Воскресенье, пустота. Вообще никого нет. Офигеть. Просто пустота. Администрация, там ЗАГС, кинотеатр 5 звезд. Здесь такая центровая. Там художественная галерея. Не, по зелени не ходи. Алиса, по траве никто не ездит. Короче, фонтан-то есть, кстати. Че, посидеть хочешь? Забралась уже такая. Ой. Красиво. Ну, кстати, то, что пусто, очень даже прикольно. Очень даже неплохо. Памятник. Уже пересела от меня. Фонтанчик такой прикольненький. Здесь зима красиво. По траве не бегай. Чуть не споткнулась. Куда побежала вообще? Потрогать. Угу. Подолби. Короче, все щелкало в воскресенье, видимо, по домам. Ну, прикольный такой фонтанчик. Ты куда собралась-то? Ты меня не забыла спросить вообще, нет? Поехала. Улетела за километр. Администрация города Щелково. Администрация моя, пошли. Наш перинатальный центр, в котором я Алису родила. Воскресенье, кстати, что-то ни одной свадьбы даже нету. А ведь это ЗАГС. Наш Щелковский, где мы с Костей расписывались. Но почему-то здесь никого нет. Такая прикольная арка. А вот тут вот суд Щелковский городской. Это там, если где разводиться называется.